не определили очередность движения и попали в аварию. На улице Васильченко столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-2112. Оба автомобилиста отказывались признавать свою вину и заявляли о своей правоте. Но помимо словесных аргументов, у одного из водителей было весомое доказательство своей невиновности в происшествии. Какое, знает Альбина Минибаева. Я ехал на зеленый свет, вот этот Гагарин ехал на красный. Оба автомобилиста были уверены в своей правоте и перекладывали вину за произошедшее друг на друга. Водитель «Лады Приора» рассказал, что выезжал с территории завода. Уверяет, что в момент выезда ему горел разрешающий сигнал светофора. Считая, что у него приоритет, он начал поворот налево, но закончить маневр не дала «Лада» 12-й модели. Несмотря на то, что удар пришелся на переднюю левую часть «Лады», хозяин отечественного транспорта не пострадал. Избежал травм и водитель 12-й. У молодого человека была другая точка зрения на причину аварии. Моргающий был, вот такой же есть, моргающий. Uh-huh. Я проехал. И он посмотрел правую сторону, левую сторону, не убедился, что там машина едет, и выехал. Владелец ВАЗ-2112 заявил, что ехал на моргающий зеленый сигнал светофора и, соответственно, завершал маневр. Уверен, в такой ситуации он имел приоритет в движении. Впрочем, в этом споре у одного из автомобилистов было преимущество. У меня есть запись регистратора. Он говорит, что ехал на моргающий. У меня есть запись, что я на чисто зеленый ехал. Помимо видеорегистратора, момент ДТП, вероятнее всего, зафиксировала и камера наружного видеонаблюдения. Возможно, она сыграет решающую роль в определении виновника аварии. Альбина Минибаева, Нафиса Аминязова, Адель Мулахметов. Вызов 112.